Жестокость, кровь, секс, нагота и мать-перемать. И снова здравствуй, меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может все, и сегодня Фролов может все в игре под названием Parasocial, что в переводе с ненашенского английского на такой теплый ламповый русский переводится как парасоциальный. Если ты впервые на канале, тогда обязательно подпишись, а если ты уже являешься частью нашего такого дорогого и родного комьюнити, тогда с тебя лайк, комментарий и распространяй в социальных сетях. А я начинаю. Новая игра. Да, погнали. Сейчас я тебе покажу, что такое день стримера. Так, я видел женские ножки без маникюра, без педикюра, конечно же, потому что если будут ноги вместо рук, это будет как-то неправильно. Будильник. Нажимаем Space. Стрим 19:30, у нас стрим обычно в 14:00, заходи, дорогой. Так, вырубили. Что делаем дальше? О, во-во-во, многопиксельная кроватка. Получено новое сообщение. Какая-то ромашка нам пишет. Ты ведь помнишь, что у тебя в холодильнике еще лежит никудзяга, которую я приготовила. Разогрей и скорее съешь ее, хорошо. Никудзяга похожая как на онигири, как на роллы и на все такое вот японско-китайское. Если знаешь, что такое никудзяга, напиши в комментарии. Мама тоже что-то пишет. У меня уже, короче, это мы матери пишем. У меня уже больше 5000 подписчиков, а Фролов подходит к первой своей 1000. Поэтому, если хочешь помочь, кстати, будем разыгрывать вот эту вот картину. Ну, не совсем эту, но вот эту. Поэтому, если хочешь картину, подпишись. Ты все еще продолжаешь с этим играться? Тебе уже бы пора повзрослеть и найти реальную работу и получать зарплату. Говорит прям как моя мать. Чил из кафе прислала менюшку, по-моему, новое. Тут какая-то какаушка и пирог, что ли, яблочный. Представляем вашему вниманию наше новое меню. Спасибо, Рикия. Давай начнем все сначала. Пошел нахуй, у настоящего стримера нет отношений. Только жена. Только жена. О, покемон какой-то. Похож на Рейчу, но только какого-то болезненного, если честно. Да? Или Черезард, как его там звали. Так, выходим. Ты посмотри, как дверь-то открывается. Почему у меня жопа спереди? Такая плоская еще. Вы где такую огромную хату видели? Выйти не можем. Это супер плоский шкаф. Супер плоский шкаф. О, он открывается. А, он встроенный. Все-все-все, минус косяк. Написано на китайском. Какое-то мое говно. Мое говно написано. Мое говно 2. Там, видишь, там разные. Здесь, значит, шкаф. Здесь можно, если чего, постоять. Вышел. Вышел. Дальше. О, туалет. Смотри, живем один, срем за двоих. О, вот они! Вот они! Смотри, как выглядит наша персонажиха. Ну, она типа стримерка, значит, персонажиха. Слушай, сисек нет, лица нет, такое себе. Стример, умывайся! Мойся! Мой голову и жопу. Всегда перед стримом надо мыть голову и жопу. Я всегда перед стримом мою голову и жопу. Заходим, это у нас кухня, я вижу часы. Часы показывают ровно 12:00, мы проснулись. В 19:30, вы мне пиздите! Холодная никудзяга. Вот смотри, вот что это такое? Какая-то херня, то ли лапша, то ли картошка с мясом. Так, пока она это греется, что у нас тут есть? Подушка, телевизор. Опа, опа! Как, подожди, а я зашел прям наверх? Да-да-да-да-да-да-да, я могу ходить поверху. Это тут... А здесь-то шторка отодвигается. Ой, какая-то реклама, то ли кореянка, то ли японка, то ли китаянка. Что-то там, ты без ума от Мэйбелин, по-моему, так написано. Еще окошко. Так, постояли, покурили, пошли пожрем. Какой-то кофе холодный, наверное, стоит. Взяли горячую никудзяку. Сел, присел. Так, сейчас поедим. Ой, а вообще... А почему нельзя... Короче, наша персонажиха без вилки, без ложки просто села, вот так вот в себя влила эту никудзяку горячую и пошла-поехала. Ой, да ты посмотри. Маленькое колечко. У меня тут кольца, а ты бы знал, какого размера. Вот это-то херня, конечно. У настоящих стримеров такого нет. Вот откуда свет идет? Вот этот свет откуда идет? От мониторов. Какая-то маленькая... маленький микрофончик, неплохие уши.
Втубер. Так. Это что такое? О, это шкафчик. Все нормально, все, сел, присел. Да, сесть за комп. Ребята, уважаемые, мы садимся за компьютер. Давай, что тут, Virtual Time. Перед стримом запустить Virtual Time. Ага, вот они. Ой, какая ты стрёмная девка. Слушай, тебе донаты кидать не будут. Чего делаем дальше? Что там надо? Что там было написано? Игру запустить? Если я правильно помню, в этой игре нет сохранения. Такое... Это что только что было? Я проверил, у меня такой херни нету. Такой отстой. Так, трансформируемся. А, это мы трансформировали свой аватар. Она, короче, стрёмная девка, но она, по-моему, стримит через свой аватар. Вот, поэтому ей донатики кидают. Ах ты, сучка. Сколько бы я ни любовалась этим аватаром, но она такая милая. Стоила каждого гео. И Сенра Нина, отличное имя. Пришло время запускать... Отличное имя! Фролов может все, ребята. Фролов может все. Пришло время запускать стрим. Новая цель. 10 тысяч подписчиков. Я тебя не понимаю. У меня тут первая 1000 на подходе. Стрим начинается. Ну что ж. Сегодня... Ой, уже 50 просмотров. Постараюсь. Все, что нам нужно, это донести два этих листочка. Какие? Ага. Красный и синий. На Ютубе 1000 нет. 1000 лет нету дизлайков, не показывается. Надеюсь, сегодня мы пройдем эту игру. Ага, идет как еле-еле. Осталось еще два, пишет нам наш живой чат. О, наш еще совсем немного. На shift бежать. Кто-то стоит. Ты видел, какое-то говно было. Ну-ка, беги, мать, беги. Стой. Это очень странно. Я, короче, сижу, я примерно вот так вот выгляжу, да? И что-то в этом во всем есть. Куда ты мышку на клаву-то, а? Да, вон сидит. Насколько ты далеко? От тебя как до луны. О, спускаюсь вниз. Тут какая-то библиотека, по-моему. Ребята, ничего, как будто Final Fantasy прохожу. Осталось донести еще два листочка. Спасибо, блядь, я как-то вижу. Донаты кидайте! Если у вас есть время сидеть и на меня смотреть, но нету $5, пошли нахуй. Донаты по ссылке в описании. Что там еще есть? Закрыто. Отправляйте на Киви деньги, на... Что это такое? Это матрица какая-то, алло. Беги, мне пишут. Я бегу. Я на шифте бегу. Я бегу. О, боже, я на шифте. Куда бежать? Не попадись здесь. Все, не попадись. О, подожди. Вот они, листочки. Куда их хуярить? Не нажимается вообще никуда. Стой, опять какое-то говно! Беги, блядь! Куда вы, блядь? Куда мы зашли? Просмотров 900! Не уходите! Это не конец! Блядь. Ничего страшного, не волнуйся. Конечно, не волнуйся. Я обосралась, если честно. Я только пришел, уже конец. Я бы на твоем месте потерял всю мотивацию. Игра говно, игра все равно говно, давайте что-нибудь, может, это, в серьезного Сэма поиграем. Эх, я умерла. Теперь нам придется начинать все с самого начала. Короче, с такой мордашкой я, наверное, сейчас Майнкрафт подрубаю, и мы погоним. Игра без сохранения, это слишком жестоко. Все, ребят, всем пока, бабло кидайте на карту. Эта игра явно не для меня, но, может, вы сможете мне... Уважаемый чат, к вам вопрос. Может, какие-то игры есть достойные, а? Чат, жду, не выключаюсь. У кого-нибудь что-нибудь есть интересное на уме? Если интересно, попробуй вот это. Newgames.io Нина, блядь, геймс. Здорово. Посмотрим, что там. Давай, посмотрим. Хорроры только для Сенры Нины. Спасибо за ссылку. Уважаемый чат, сейчас мы тут что-то скачаем с браузера. Давайте посмотрим. Оу, это же New Games. Мне кажется, тебя наебывают. Newgames.io, понимаешь? То есть не ru. Что такое io? Это развод. Не качай. Всегда использую только этот сайт.
Фролов покупает игры исключительно на Steam и еще на одной в этом, на одном пиратском сайте. Сам догадайся, какой там, пиратская бухта или типа того. Что ж, давайте попробуем скачать. Download. Игра будет обновляться для каждого стрима. Надеюсь, тебе понравится. Так, подписчики, добиваем до 10 тысяч, поэтому пока качается игра, вы со мной можете попиздеть. Пишите, присылайте ваши членики, все посмотрю, все отлайкаю. Новая игра была установлена, окей. Блять, я играю, подожди. Я играю игру в игре. Я играю игру в игре. Посмотрим, что там. Можешь выбраться отсюда? Проверь выходы. Е? Что Е? Не нажимается нихуя Е. Странно, это странно. Е не нажимается, нихуюшеньки. Нажимается. А, нужно встать ровно. Как нажать? Народ, надо найти код, код, надо найти код. Хата, заполненная мусором, у меня, я когда жил в Туле и был студентом, у меня такая же была ситуация. Где-то были цифры, 4 цвета, здесь где-то есть 4 цифры этих цветов. Выглядит довольно просто. Найди цифры, мать, найди цифры. Так, дома никого, все, проверил, никого нету. Так, ну давай сюда зайдем, что ли. Какое дырявое управление, если честно. Комп. Ребята, что в компе? А ты проверял? 4. 4 зелененькая, запомни, 4 зелененькая. Какая-то дырка. Пятерка красная, 4 зеленая, пятерка красная на стуле. На стуле нихера нету. Раздвижные двери. Ничего нет. Вон, вон, на стуле, на стуле, на стуле. Единичка. Семерка. Семерка. Синяя. Семерка синяя. Мусорный мешок в конце комнаты. Не-не-не, ребята, ты просто слепой. Нихуя тут нету. Ничего тут нет вообще. И тут ничего нету. Мне кажется, что-то было на стене около стола. Я там все уже... Я все уже видел! Вот это единица. Стул, раздвижные двери, мусорный мешок, стена. Мусорный мешок, наверное, единица, я так понимаю. 4, 5. Значит, смотри. Красная была пятерка. Синяя была семерка. Желтую... Я не видел желтую. Зеленая четверка. 5, 7, 2, 4. 5, 7, 3, 4. 5, 7, 3, 4. Оба-на! Yes! Клярет. Мы прошли ее, какая милашка. Что случилось? Все нормально. Оргии какие там были. Показало лицо. Что, в смысле показало лицо? Было довольно... Ты видел, ты видел? Было довольно жутко. Хм, я смотрю, здесь есть продолжение. Ага. Что? Такая милашка, восхитительно, мне нравится такое белое. Показывай лицо почаще. Да, у тебя красивое лицо, лол. Я буду защищать Нину, что? В каком смысле лицо? Слетел аватар! Блять, она сидит без аватара! Она сидит без... Она сидит без аватара! Блин, ну такое, не, короче, нет, ну это, конечно, было странно, это было странно. Так, ну чё, пивка для рывка, новое сообщение на Space. Нам написал неизвестный. Продолжай стримить игры, которые я присылаю, иначе случится что-то очень... Давай нахуй заблокируем, потому что такого, иначе случится что-то очень плохое. Заблокировали. Ну, а нахуй нам это надо? Аска? И это ужасно. А, это мы Аске теперь пишем. Писем. Фу, пишем, блядь. Я засветила свое лицо на стриме, а еще получила странное сообщение от кого-то. Что мне делать? Очень страшно. Очень-очень страшно. Я не знаю, что делать. Если бы мы знали, что делать, но мы не знаем, что делать. Да, звучит не очень. Извини, но я сейчас на работе и не могу говорить. Мы можем встретиться завтра. Я выслушаю тебя лично. Постарайся не зацикливаться на этом. Ага, спасибо. Опять новое сообщение. О, это, наверное, пицца приехала. Сейчас пожрем и побухаем. Так, кто там? Ну. Смотрим.
Блять, похож на наш балкон вообще. Подожди, почему я вообще это вижу? Слева как будто кто-то сидит, вон коленки, вон какой-то мужичок. Ну, наверное, наверное, справа никого. Но это похоже ни хера не на коридор, это похоже на балкон. Значит так, я, блядь, иду на балкон, если я кого-то увижу, пиздов дам. Раз, два, зашел, вышел. Никого. Блин. Не, но это был не наш балкон. Че ты тоже переживаешь? Лех, че ты очкуешь? Это был не наш балкон. Наш балкон охуенный балкон. Пошли все в жопу. Короче, я не боюсь, это все вообще. Опа, блядь. Просто проверил. Я просто проверил, ничего. Может это? Может, это. Угу. Нет, в холодильнике его тоже нету. Не срет. Угу. Что это за. Подожди. О! Я всегда слежу за тобой. Мураха, мураха пошла. Это, наверное. Ага, это типа часть финала, окей. Начался новый день. Будильник пущит. Собрать мусор из корзин, расставленных по квартире. 10 утра. День выброса мусора. Хорошо, получено новое сообщение. Опять. А мы его заблокировали? Вы о чем вообще? Бессмысленно меня блокировать. Просто слушай, что я говорю. Нахуй иди. Так, никаких угроз. Собираем мусор, да? И проверяем, никаких бомжей, чтоб не было по хате. Антивирус. Типа этот. Богомол. Как все ярко. И опять же полночь. Опять же полночь. Взял мусор. И куда его? Инвентарь. Подожди, куда ты делал Пикачу? Подожди, там был Пикачу. Проверяю все. Ага, сральник. Как хорошо, что хата небольшая, если честно. И все помещается у него вон в один кулачок. Собрать мусор в один мешок. Собрал? Или что-то еще надо? Проверяем. Ага. Слушай, а что я возле компа-то не поставлю? А зачем? У меня возле компа, например, вообще ничего, никакого мусора нету. Нормально, приятно, красивенько. Собрать мусор. О, во, вот так вообще еще лучше. Ну так что, мы собрали или как? Собрать мусор в один мешок. То есть ты мне хочешь сказать, что я где-то что-то не собрал, правильно? Уважаемый чат, а где мы еще не собрали? Ботинки одевай и топай. Никаких ни презервативов нету. Стример, как не стример? Народ, у меня трудности собрать мусор. У меня трудности. Справа ничего нету. Ой, а тут вторая шторка тоже отдвигается, кстати. Не понимаю. Я хочу найти еще один мусор. Но игра такая, а ты все собрал, по-моему, уже. Собрать мусор в один мешок. Собрать мусор из корзин, расставленных по квартире. Ну, Леша! Жрать нечего. Как ты тут живешь вообще, женщина? Так, так, в чем может быть проблема? В шкафу? Нет, Лех.
Здесь опять же ничего нету. Очень, очень стрёмно закрываются двери, ребята. Очень. В туалете был, правильно? В туалете все, все достал вообще все. Здесь тоже. Здесь только один вот этот вот мусорный контейнер. Все, больше никого. Здесь сральник был? Был. Все, забрал. Я не знаю, хули ей не нравится. Мать. Аска ничего не пишет. Мать ничего... Виртуальный ютубер? Это еще что значит? Ты что, маскируешься и зарабатываешь на других людях? Понятно, мать, понятно. Давай начнем все сначала. Нет, 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 все. Я больше на это говно не поведусь. Ну. Уважаемые, а как вы думаете, куда мне идти? Собрать мусор из корзин, расставленных по хате. Да тут нет столько хат. Собрать мусор в один мешок. Левый клик, инвентарь тап. Ёб твою мать. Ты понял? А то есть у меня еще было с собой. Так, я взлетел. Короче, я встал прямо на столешницу. Я могу стоять на плите! Я могу стоять на плите, ты понял? А-а-а, мои ноги! Вынести мусор. А как ее? Гаву взял. Одевай носочки. О! Вот! Это не коридор был, ребят. Это был не коридор. Ну, коридор, но не коридор. Это что такое? Алло, сосед! Ты не охуел пиздить по ночам? Найду тебя, жопу надеру! Не сосед, говно какое-то! Ты меня услышал? Черт! Потому что все для зрителей. Так, и отсюда мы с вами куда-то едем. Вызвал, поехали. Восьмой этаж. О-о-о-о! Ты видел, ты видел? Ну, он типа поехал, но мы не успели поехать вместе с ним. Подожди. Вот, мы куда-то приехали. Дядь! Привет, бро. А ты что такой здоровый так, а? Ну, заходи, что ты, заходи, если что. Подожди, а куда мне-то? Я иду мусор выбрасывать. Он зашел. И что, мне сюда мусор уже закинуть? Так, подожди. Дядька! Дядька, мусор, доброе утро. Вы, наверное, сейчас задаетесь вопросом. Почему полицейский занимается чем-то подобным среди белого дня? Все просто, обычное волонтерство. Мой участок находится здесь неподалеку. Так что я подумал, а почему бы не пособирать немного мусора? Ох, и судя по вашему мешку, сегодня у вас день выброса мусора. Вижу, вы проживаете в этом здании. А вы живете одна? Ну, да. Понимаю. Пожалуйста, будьте осторожны. Все, что угодно может произойти, тем более с такой юной леди, как вы. И если что, пожалуйста, загляните в наш участок. Будем рады вас выслушать. Мусор взял и пошел. Мусор взял? А как ему мусор-то отдать, дядька?
Куда я выношу мусор, люди? Я, короче, иду с мусорным пакетом куда-то. Угу. Тоже какой-то бомж стоит. Друже! Ты приехал откуда-то? Если ты думаешь, что ты опасность, это я опасность! Я тебе к члену откушу, понял? Если будешь ко мне доебываться. Ты, блядь, типа не умеешь открывать, да? Закидывай нахуй. Кидай, кидай. Я, блядь, тебя в душу смотрю, понял? Ты, понял? Там мент вообще стоит. Вон там мент стоит. Взял, пошел. Я за тобой блюжу. Так, а тут-то никого, если честно. Дядь милиционер, если чё, тут это какой-то непонятный чувачок. Угу. Ставить с мешком, сучка. Появилось дерево, только что его не было, кусты, вот. Я зашел откуда-то слева. А тут-то нихера нету. А зачем тогда это все? Если бы он сейчас здесь оказался, я бы обосрался вообще. Типа, знаешь, ты возвращаешься, такой бух! Не продумано. Я бы так сделал. Так, мы мусор выбросили. Вещей нет никаких, поэтому возвращаемся домой. Это стоит? Да, это стоит еще. Меня этим не напугать. Я как стример со стажем, и мне нужно что-то позабористее. Но я все равно слежу за тобой. Что? Что? Это было странно. То есть он положил, потом взял опять мешок и убежал. Чат, не боимся. Я не боюсь, и вы не боитесь. Ничего не бойтесь. А, как говорила Оля Бузова. Ничего не бойтесь. Блин, ну вот смотри, вот сейчас логично, чтобы мы туда сходили. Вот сейчас логично. То есть нам сказали, обрати внимание, чувак обошел слева, и ты заходишь, и тут его нету. И у тебя есть возможность пройти здесь влево до конца. Вот она вообще бегала, вообще была бы красота. Не-а. Все то же самое, народ. Ничего не поменялось. Блин, я даже расстроен, если честно, потому что такой хороший момент потерян. Я два раза прошел не туда. Но, мужик был странный. Сейчас мы выходим из калитки и идем направо, вон туда. Слушай, ну город как город, кроме того, что деревья появляются и исчезают. Все остальное выглядит достаточно интересно. Да, идем вон туда. Чиф. Ага, ничего такого. Заперто. Не работает. Заперто. Заперто. Тут совсем заперто. Так. Ну что, мы пробежали по кварталу. Давайте возвращаться домой. Мусор выкинули. Сейчас что-нибудь пожрать закажем. И, наверное, будем садиться стримить. Но сейчас время 10. Да, убраться немножко дома. Давайте подумаем, что странного мы видели. Странный хуй, вообще очень странный. Странный полицейский. И чувак, который завозит, не знаю, Сазон он или с Wildberries прям на дом штуки. Да, смотри, мент ушел. А этот все еще разгружает. Мы живем на 8 этаже. Новое сообщение. Аска.
Я почти на месте, подхожу к твоему подъезду, я скоро буду дождаться прибытия Аски. Слушай, ну поехали туда вниз, раз она... Как тут дергает? Раз она подходит, чё б это, чё б не дождаться ее, да? Аска? А я пройду? Не-а, не пройду. Даже, вот смотри, вот тебе написано «дождаться прибытия Аски». Вот как ты думаешь, вот про что разговор? Вот где мы должны это сделать? Мы должны это сделать внизу или мы должны это сделать... из дома? Я думаю, что игра лукавит. Давай это сделаем из дома. То есть мы сейчас поднимаемся, нас плющит. Мы поднимаемся на 8-й этаж. Да, подхожу к твоему подъезду. Вот, а мы в это время пойдем домой, наверное, еще раз посрем. Вот что это такое? Вот что это за говно? Сосед! Ну, что-то они делают, что-то делают. Так, ждем Аску. Аску, смазку. Просто проверка, что дома никого нет. Я параноик. Так, получено сообщение от Аски. Я здесь. Сначала посмотрим в этот дверной глазочек. Сначала в глазочек. Ага. Да, ну ты похожа на нашу подругу. Привет, мать! Аска, а вот и я! Ты как? Ты вообще спала? Выглядишь не очень хорошо. Если честно, я как стример вообще редко сплю и много записываю. Давай поговорим обо всем чуть позже. Нам, наверное, лучше немного побыть на солнышке. Да. И что, мы гулять, что ли? А, пишет лоудинг. Пока лоудинг, я пью водичку. Ого! Чилы, короче, мы в кофейню пришли. Солнце так и хуячит. Аска, можешь по пиву? Аска! Аска! В тебе что-то изменилось. Ты стала... более открыто внутренне, что ли? Добро пожаловать. Я буду рад принять ваш заказ. Горячий кофе. Принято. Один горячий кофе. Желаете что-нибудь еще? Да, загляну в меню. Я бы не отказалась от матя-тортика. Хорошо, и один матя-тортик. Как только заказ будет готов, пожалуйста, заберите его на стойке справа. Ты уже все заказала? А я все еще не могу решить, что бы мне хотелось. Бери просто сезонное меню, там думать вообще не о чем. Не могла бы ты немного подождать, пока я выберу? Да, как хочешь. Короче, смотри, что тут есть. Какие-то... Это, по-моему, вообще американская пицца, типа чикагская. Это наши рулеты вообще, вот кимовские или донские. Сэндвич, ну их нахуй. Шаурма, донер-кебаб. О, слушай, а мы прям это... Гоповатые какие-то. Так, в туалет меня не пускают. Я так понимаю, это похоже на мангу. Это не манго. Прикольно, прикольно. Дядька, ну ты как? Прошу прощения, юная леди. Добрый вечер, я бы хотел задать вам небольшой вопрос. Вон та девушка, это ваша подруга? Да. Приятно слышать. Я большой поклонник кофе, который здесь подают. Но сам вкус имеет свойство меняться еще до того, как что-то действительно произойдет. Вот и снова этот дурной привкус. Джеймс? Ничего не могу поделать, но нахожу его весьма подозрительным. Не имеет значения, насколько Япония может быть безопасна, но не все здесь в здравом уме. Так что не стоит терять бдительности. У меня такое ощущение, что мы еще встретимся. А пока берегите себя. Ты какой-то странный мужик.
Маюми, прошло уже столько лет, как ты поживаешь? Мы же не виделись со времен старшей школы. Как вообще твои дела? Давненько же это было. Как жаль, что мы не пошли в один колледж. Помню, в старшей школе мы всегда были вместе. Как же летит время. В данный момент я изо всех сил стараюсь обучиться всему у старших коллег по работе. А что у тебя, Маюми? Да у меня тоже все хорошо с работой. И я даже кое-кому там присмотрелась. Это мой коллега, и он очень очаровательный и трудолюбивый. Он сказал, что ему нравятся худышки. О, серьезно? Но ты собралась все это съесть? Ага, мне сегодня так хочется сладкого. Итак, ты пытаешься переубедить того парня, что он полюбил настоящую тебя? Не совсем. Я хочу, чтобы его идеальной девушкой... Короче, тогда ты должна остановиться. Но это совсем другое. Никакое не другое, а ты наберешь вес. Да все будет в порядке. От одного-двух кусочков я не потолстею. Эй, ну ты и так толстая, и я не позволю тебе стать еще больше. Так. Юсаку говорит: «Арга! Хасаку-сан, куда ты пропал? Ты еще не закончил мое обучение. Я не могу без тебя, Хасаку-сан. Еще столькому нужно научиться. Почему?» «Можно забирать заказ. Мы его не можем разглядеть, понял? А там эти собрались. Покемоны. Спасибо, дорогой!» «Так, чувака мы не разглядели, но со всеми поговорили, взяли кофеек, взяли чизкейк, и этот сидит. Так, ты говорила, что заставила засветила лицо на стриме. Что именно там произошло?» «Так, ну смотри, там все очень просто. Аватар исчез. По-моему, просто исчез аватар, ребята. Ну как такое вообще возможно? Ты проверяла компьютер на вирусы?» «Да, и ничего не нашла. Как-то это... А может, тебя взломали? Ты помнишь, что делала в последнее время? Что делала во время стрима?» «Вот-вот-вот, я играла в игру, которую прислал зритель». «Так вот в чем проблема, говорит Аска. Они, конечно, могут быть твоими фанатами, но ты никогда не узнаешь, кто они есть на самом деле. Ты же не можешь просто так брать и открывать рандомные файлы. Не играй больше в эту игру, ладно?» «Да, насчет этого. Все не так просто? А в чем проблема?» «Я получила сообщение с угрозами после стрима. Мне сказали продолжать стримить эту игру». «Так вот... Это что такое? Нахер пошел? Вон туда смотри!» «Нормальный? Хуй! Ты нормальный?» «Так, аж смотри, и женщины сразу ушли, то есть пришел чувак. Дрочер, он дрочер! Он сейчас повернется, а я на него смотрю. Он дрочер, он правой рукой, блудит. Так вот, что ты имела в виду под странным сообщением. Это ужасно. А если это просто игнорировать, может стать только хуже. Если игра выглядит нормально, то может быть лучше продолжить ее стримить. Блин, ну, а кто вообще этим стал бы заниматься? Единственное, что я могу сказать, зрители — это люди, которых ты не встречала никогда в жизни. Так что невозможно узнать, что находится у них в головах на самом деле. Да, да. В любом случае, у тебя ведь не появится больше проблем от того, что некоторые фанаты увидели твое лицо. Что такого еще может произойти? У тебя дома стоит автоматический замок и безопасность на высоком уровне. Так что не заостряй на этом свое внимание. Наверное, ты права. Нет смысла перегружать свою голову тем, что уже произошло. О, кстати, ты ведь говорила, что рассталась со своим парнем. Что случилось? Извини, если я бестактна. Мы просто не подходим друг другу. Ага, ясно. Дерьмо случается, да? Но если вдруг тебе будет нужна поддержка, дай мне знать. Бля, он напрягает, пиздец. Нахуй пошел! Этот, ничего не дам! Что? Ага. Что не так? У тебя за спиной. За спиной? Еще он что?
Блин, чё он делает? Ты посмотри только. Не пугай меня так. Не пугай меня так. Ты сама посмотри, там чувак ходит по кругу. У меня аж мурашки. Пошли домой. Я пока кофе не добью. Я никуда не пойду. Вы меня плохо знаете. Ну что ж, думаю, здесь мы можем попрощаться. Было очень приятно с тобой поболтать. Звони мне в любое время, хорошо? Еще увидимся. Все, мать. Иди с миром. Блин, это супер. Главное, чтобы оттуда теперь никто не прошел, знаешь? Окей. Проверяем, чтобы тут никого не было, никто не стоял. Тихо. Волшебный лифт. 8-й этаж. Ты как, блядь, вот зашел? Я такого говна терпеть не могу. Я дома. Все, ребята. 19:30, запустить стрим. Я... Что? А, ой. Неужели замок сломался? Вроде бы у меня была где-то отвертка. Слушай, если отвертка, то... То только где-то здесь. Лаундри. Короче, сральник сломался. Надо срочно находить отвертку, ребята. О! А тут ее не было, кстати. Во-во-во! Если что, если там кто-то есть, я могу пырнуть даже. А подок унитаза поднят. Подушка упала. Открыта хуйня. Так, у меня такое ощущение, как будто бы нихуя не в безопасности. Закрой. Открой. Ребята. А игра становится страшнее вообще-то. Сесть за компьютер? Да. Давайте еще постримим. Virtual Me. Ну. А, Transform. Ага. Запускаем игру и врубаем стрим. Сегодня я продолжу проходить вчерашнюю игру. Вчерашний инцидент с лицом был нормой. Полиция — это наш враг. Жду с нетерпением. Мне нужно будет... Ага. Мне нужно будет помочь одной леди не попасться полицейскому. Таинственная игра от зрителя. А ты сегодня не собираешься показать лицо? Раз ты ее спасаешь, может, она принцесса? Ого. Отличная атмосфера, удачи. Где донаты? Блин. Ну? Что это? Это женщина? Какая женщина? Оно не работает! Леди? Хуеди! Женский туалет лу... Блядь. Вот она! Ну? Оу! Пойдем со мной, леди! Мы ей помогаем? Да хер ее знает. Довольно милая. Ну, не знаю. Как тебя отсюда вытащить, мать? Выглядит вообще как призрак. Очень согласен. Смотри, ни на что не нажимается. Ни на что не нажимается. Ой, я могу в текстуру уйти.
Так, если что, я прям могу в текстуру уйти и все. Слушай, она стоит просто так. Полицейский. Слушай, а дядька вообще-то подзажал меня. Там вот закрыто. Здесь ничего не сделать. А отсюда мы пришли. Это что такое? Е. Мы что-то... Ребята, мы что-то переключили. А что тогда произойдет? Да хер ее знает. Вполне логично. Так. Дядька полицейский ушел. Привет, дама. Идешь за мной? Бегом сюда, бегом! Бегом сюда! Я тоже хочу... хожу в челос-кафе? Вполне логично. А что тогда произойдет? Заходи. О, Клерет! Ребята, еще один уровень. Ура, урасики. Она и не против. Поздравляю, давай, давай. Удачи, а ты хороша, отличная работа. Слушай, пока не очень страшно. Потом обостремся, я думаю. Вот мы и прошли ее. Похоже на то, что это был конец данного этапа. Мне понравилась большая проработка глубины игры по сравнению с предыдущей. А это да, это да. Ну что ж, мы прошли этот уровень, так что на этом закончим сегодняшний стрим. Все, встаем. Так. Ой, я так вымоталась. Не хотелось бы принять ванну. Просто проверяю. Я нет, я не параноик. Я просто проверяю. Я жду стук. Очень хорошо, что все закрыто. Очень хорошо. Все, моем руки, моем попу, да? А как? Леша? По-моему, она стала как-то больше. А как включить ванну, люди? То есть, она говорит, я, говорит, хочу принять ванну. Я иду в ванну, там ни хрена что-то... Никто не... Короче, если бы я сейчас пришел, тут было бы насрано, я такой, так, дома кто-то есть. Типа, кроме меня кто-то еще есть. Она бы сходила, лучше пожрать купила. Вот что бы она сделала. Вот это было бы полезно. А. Вот как у вас в Японии все включается. Ёпта, у нас кран для этого есть. Ну что? Так, ты раздеваться будешь? Меня 18+, не влепят за это? Очень странно, в шапке такая. Так, наполняем. А как остановить это все дело? Снять одежду. И двери сами по себе закрываются. И голенький похожу. Короче, сейчас мы бежим, если что, без одежды. А, где этот? Ага. Еле успела картинка смениться. Ты видел, ты видел? Все, заходим. Я залезаю в ванную. Бру-бум. Бру-бум. Так. Ноги, руки сама помоешь или мне тебе мыть какая-то какой-нибудь маленькой игре? Короче, мать, лежи, кайфуй. Вообще, нет. Я не напрягаюсь, потому что здесь все двери открываются, закрываются. Я не вижу никакой проблемы. Вообще, хуй с ней. Включите музыку погромче и принесите мне пиво.
Не, это взрослого человека такое не может напугать. То, что говорят, что то, что там где-то что-то открывается, это все херня. Угу, я помыта. Подожди. Ну, а тут и было включено? Что случилось? Я просто нажал на стиралочку. А, ну все, это новый день. То есть мы все сделали, мы выжили. Я была настолько напугана, что так и не смогла нормально поспать. Вчера я столкнулась с каким-то психическим явлением, ведь так? Не думаю, что у меня есть какие-то сверхъестественные чувства. Может, стоит у кого-то спросить? Да, может быть и стоит. Но это будет уже в следующей части прохождения. Меня зовут Алексей, ты на канале Фролов Может Все. И сегодня Фролов смог все в игре Parasocial. Если досмотрел до этого момента, скорее всего, тебе понравилось. Поэтому с тебя лайк, комментарий, распространяй в социальных сетях, добавляйся в друзьях в ВК и где только можно. Я много где есть. Обязательно заходи в телегу, там много всего интересного. Новое видео выйдет совсем скоро. И знай, мне с тобой было хорошо.